березки еще сними. Мы там проезжали эту березовую рощу, что-то мы не включили камеру, но они все равно еще продолжаются. А вот, кстати, березовая роща. Я всегда вспоминаю фильм «Калина красная», потому что он родом же был тоже Шушин. Как это называется его деревня? Сроски. Сроски, да. Ну, практически пейзаж, ребята, одинаковые. Я серьезно вам говорю. Шушинская деревня. Кстати, здесь намного даже еще красивее. Сроски как-то не очень. Ну, там тоже неплохо, но тем не менее. Вот этих скал там нету. Скалы чуть подальше. Хотя Катунь пробегает. Он у нас своя Катунь. Вот как там. Он здоровался. Там у нас... Ну, в Катуне, да, действительно, у него такая бирюзовая вода. У нас прозрачная. А там бирюзовая. Потому что там... соответствующего цвета глина, поэтому, естественно, она придает такой оттенок воде. И как он, помните, целовался с березками? Вот, удивительно, американцы страдают по березкам, хотя у них тоже там березки, там чуть севернее тоже растут, туда ближе к Канаде.